пошло? Да. Вот так и получается. То есть был Юрий Евгеньевич Сафронов, вот, а стал Будда Московская. Нахожусь я на любимом острове Кабанган своими любимыми друзьями. Это мой друг Роман, который сейчас снимает, Анатолий тоже снимает. И он в Вальдемар стоит, тоже снимает. Как жаль, что не 3D, да? Фотоаппарат. Да, это я очень жаль. Вот сказать, Толя жалеет, что 3D. Да, я ему говорил, неоднократно купите, да, пожалуйста, камеру 3D. Пожалуйста. Они в ресторане потратят больше, чем камеру 3D. Вот. И Ромарио меня сегодня поздравляет с очередным местом. Мы каждый день здесь открываем новые места. То есть в день, может, там по 2-3 места, может быть, таких скромных. Не надо, нам вот этого одного хватит на долгое время. Ну да, я не знал, что здесь столько народа будет, простите. Обычно никого, Юрец.